Их служба и опасна, и трудна. Сегодня сотрудники столичного ГУВД отмечают свой профессиональный праздник – 96-ю годовщину образования Советской милиции и 22-ю годовщину со дня образования милиции Приднестровской Молдавской Республики. В 9 часов утра блюстители закона в парадной форме выстроились в колонны на мемориале славы. На торжественном мероприятии сотрудников столичного ГУВД поздравил первый замминистра внутренних дел Республики. И затем, по традиции, 24 новых сотрудника Тираспольского гарнизона – присягали на верность Родине. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем милиции! Вольно! Вольно!